Сегодня мы с тобой в формате небольшого интервью, прям живая трансляция с Амстердама, с Тони Робинса тренинга. Еще один наш участник, сейчас я попрошу ее представиться, вот, и мы находимся сейчас на 4-м дне из 5 бизнес-мастерства у Тони Робинса в Амстердаме. Вот, представься, пожалуйста. Меня зовут Аубакирова Салиха, я из города Астаны, Казахстан. Салиха. Вот ты с нами уже едешь на второй ивент Тони Робинса. Да. Вот скажи, вот этот семинар именно по бизнесу. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я тренер сетевой компании Best Fortune. И я занимаюсь не только тренерством, но и ведением группы сети. Ага. Я лидер этой компании. Сетевая компания, в которой да. ты являешься лидером. Да. Так, а зачем ты сюда поехала тогда? Вот какая причина? Как тренер компании сетевой, я поняла, что сетевой бизнес на постсоветском пространстве еще не бизнес. Это тусовка, это что угодно, но это не бизнес. Потому что люди не имеют самого важного, они не имеют в руках контроля. У меня есть мечта, как у тренера компании, создать бизнес-сетевое отношение в командах для того, чтобы люди действительно могли воспользоваться возможностью сети и стать по типу франшизы, каждый лидер, чтобы мог получать пассивный доход, обладая измеряемыми цифрами, потому что все, что неизмеряемо, неуправляемо. И вот что сейчас, соответственно, ты для этого уже получила? Что полезного взяла? Очень много. С этого семинара я взяла очень много. Во-первых, подтверждений тому, что я уже знала. Во-вторых, вы знаете, знаешь, но не делаешь, значит, ничего не знаешь. И эти знания, наконец, у меня оформились в такую уже программу, в такой план, который я... Я приехала не одна, мы приехали к команде топ-лидеров. И мы уже здесь вместе создаем такой план, как это, эти знания реализовать, потому что как сделать так, чтобы наши цели по бизнесу, по его росту, по его вот, служению, да? Потому что сам по себе, как говорит Тони Робинс, бизнес – это не то, что там мы что-то продаем или еще что-то делаем, а какую пользу мы приносим. То есть правильно ли я понял из всего услышанного, если зарезюмировать, то ты сюда приехала с целью того, чтобы создать некую структуру с отделами из сетевого бизнеса, похожего, ну, да не похожего, а как настоящая бизнес-модель. Да. Да. И сейчас ты уже взяла много пользы в плане, вот, ну, вот как Кит Кеннингем говорил со сцены, вот, как приборная панель. Да. Вот прям с инструментами, со всеми да, управлениями. У меня прям родилась цель создать подобную программу для сети. Это одна из ближайших целей по приезду, для того, чтобы каждый лидер своей группы мог оперировать цифрами вот этой панелью. Супер. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, кому бы ты могла посоветовать, ну, например, этот же тренинг, вот кому это было бы полезно, по твоему мнению? По моему мнению, этот тренинг полезен абсолютно всем людям, кто не хочет работать по найму, понимая, что по работе по найму стать получить финансовую независимость, улучшить качество жизни, дать людям возможность служить большей пользой. Этому всему учит Тони Робинс. Супер, такой полноценный развернутый ответ. Я тебе желаю сегодня еще хорошего вечера. Вот, завтра крутого дня. Завтра у нас будет выступать наконец-то Джей Абрахам. Вот, даст информацию по маркетингу очень крутую. Вот, и, соответственно, я думаю, что это будет полезно всем, кто нас увидит. Это точно. И я хочу поблагодарить в твоем лице Meet Partners за эту возможность, потому что когда я в прошлом году узнала, что Тони Робинс наконец-то есть в доступе на русском языке, это была моя мечта когда-то прописанная, да? Я огромный за исполнение мечт. Вам огромное спасибо, Meet Partners. Спасибо большое. Присоединяйтесь. Да, всего доброго. До свидания.